И всем привет, дорогие друзья, с вами Дима, Снега и Крошка, Крошка, Серега, как всегда, очень много подписчиков, пацанчики, скажите классные слова. Всем привет. Всем привет. Всем привет. Всем привет. У нас очень крутая карта Бикини Боттом, конкретно Красти Крабс, режим чужой, если опять кушайте, приятного аппетита, а я начинаю мочить пацанов. Ладно, хотел на бошку прыгнуть. Серега, у нас просто будет выживание, но еще, как всегда, мы добавим эффект бомбы, чтобы было интереснее пацанам. Какой-то стимул ее защитить. Да. Ребята, надеюсь, вам понравится, вы поставите лайкосик, подпишитесь на канал, потому что ролики выходят каждый день. Боитесь, да, пацан? А я знаю, куда ты их тпхнул, Серега. Куда? Так куда? Я уже туда иду, в подвал. Нету тут нас. Да я вон уже вас вижу, скины ваши. Тебе кажется. Беги. Тебе кажется. Скушай. Так, так, так. Я вижу, я вижу. А, твое последнее слово. Автоматы не использовать, ребят. Ой, точнее, взрывные. Так, убили меня. Нет, не убили. Нет, убили. Нет, они так не честно. Вы ж не знаете, в кого я вселился. Блин, да как вы узнали? А как вы узнали, что я в него вселился? Потому что мне отобразилось, что ты умер. Ребята, как всегда, в этом ролике у нас разыгрывается Гаррис мод. Что надо сделать? Коммент, лайк и подписка, и вы участвуете в розыгрыше. А победителя вы сейчас видите на экране. Поздравляю тебя, напиши мне ВКонтакте. Ты выиграл Гаррис мод. Я буду сейчас очень внимательно. Ой, я спалился. Вот говно. Ха-ха, они уже знают, где я. Да легче, легче. Вы чё такие психи? Мы злые. Сам себя выдал, Димас. Каким образом? Ну, спалился. А, классно. Сидим, сидим, сидим. Они не знают, где я. Отойди. Уйди, уйди. Да блин! Мощно, Рекс, мощно. Ладно, ладно, убегай, дайте убежать, а что вы психи? Все, убил, я убежал. Нет, что ты врешь? Я убежал, я за углом. Он в кого-то вселился, ребят. Нет! Ну, кстати, я тебя расстреляю, все. Я ни в кого не вселялся, я просто живу. Это была реально бомба. Бомбояд. Проверка. Так, я не знаю. Бегает, прыгает. А ты убери, ну все. Давай тебя проверим. Нет, он прыгает сейчас, я слышу где-то. Вот он прыгает. Да блин, ну отвалите. Я все-таки бомбу не нашел. Она хоть... Ты опять, наверное, запрятал эту консервную банку, что ли? Да в жопе мира я запрятал от тебя. Убили. Фисташку вселил. Нет. Да не вселился. Робби, сори. Чего не веселиться? Я отхожу к бомбе. Мне кажется, или меня вселились. Нет. Ребята, массовое самоубийство. Базуку. Убейте меня. Просто убей меня. Банзай. Он вселился в кого-то. Мне кажется, меня вселились. Убей. Это самый крутой режим, когда они не заткнулись и мочат друг друга. Да, он все был. Весело. Не понял. Я так давно не угорал. Это круто. Арекс, прости. Нет, это не Варис. А, понимаю. Я могу убивать, не только вселяться. Да. Эй, не вселяй ко мне. Что делаешь? Знаешь, он Варекс. Я в Сквидварде. Сквидварда мочите. Опять меня что ли? Надо в Сквидварде. Он в Арексе был. Он где-то тут. Извините, обстоятельства, ребят. Так как же бомбу найти? Да что вы, убейте меня, мне кажется, он во мне. Вы тогда иди к бочкам, я сейчас посмотрю. Давай убивайте. Фисташка, я в тебе. Ааа, конечно, нет. Баба свои. А в кого он? Круто. Да блин. Он во мне. Блин, я так давно не веселился, согласна? Ребят, в бомбе отходите, вы куда-то далеко ушли. Ребят, если вы сейчас не придете, я вас всех переубиваю.
А я за бомбой иду. Пацаны, прочь. Бомба-бомба-бомба. А он в кого-то все. Нет, сидит. Я за углом сижу, да. За вами слежу. Да, 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 так. Да я тебе проверю просто. А вон он. А, Димас, ты же бессмертный, мы тебя убили. А я сейчас, подожди, сделаю, что я буду смертный, не ссыка. Я хотя бомбу найду. А так, где? Ребята, подальше друг от друга держитесь, а то так сожрет нас он. Я не вижу бомбу, вы что, опять ее заныкали? Конечно. Да. Конечно. Блин, так интересно, где вы ее запрятали? Дайте подсказку, я хочу ее взорвать хотя бы, как-то. Давай, Димас, ищи. Бомба такая, круглая. Круглая, да? Красивая. Круглоовальная. Все, я смертный, пацаны. Теперь вы можете меня убить. Где-то ходит, не взрывать ничего не надо, ребят. Надо, надо, пацаны, взрывайте все. Я все-таки взорву в этой серии, по-любому бомбу. Мы ж или на 3 серии расстанем. 40 серий спустя он активировал бомбу. Да, да, да. Где? Прыгнул. Где? Где? Угу. У проход. Пистажка на разведку. Где? Фантома съел. Фантома, фантома. Где был фантом? Я был наверху. Бля, думал, то, что он был в мне. Он был. Я еле успел убежать. А получается, бомбы тут тоже, да, нету, пацаны? Не знаю. Не знаю. Блин, как же ее... Я просто активировал все кнопки, жал подряд, оно не работает так. Я с ней ГВК нечаянно убил. Да, спас меня от смерти от Димаса. Димас, ты кабака, так нельзя, ты читер вонючий. Я не бомбы активирую, это дымовуха, алло. А вот теперь я вас буду по одному высмыкивать. Да блин, подальше друг от друга. Стойте, чё вы все за мной идете? Серёга, потому что ты главный. Они все знают, что ты можешь делать так, что ты выживешь. Они не могут. Я им сказал, держитесь подальше друг от друга. Но главное, чтобы это видели друг друга. Ё-моё. Ну ё-моё, ну пацаны. Серёга так хочет выиграть, видите, он у нас нервничает. А также хочет выиграть. Где-то слез. Опа, походу здесь был. Блин, да вы все знаете. Ну да. Серега, я не могу бомбу найти, давай прямую подсказку. То честно, эту карту так... Алло, мы уже в этой комнате сидим, где бомба, тебе большая подсказка. А, понимаю, как. Интересно. Извините, ребят, обстоятельства. Спасение, зато знаешь, спасение. А я в кого-то сейчас вселился, уже чуть-чуть. Не понял. Робби? Мне кажется, нет, подожди, ну просто уже хотя проверю. Не трогай меня. Внимание! Те, кто может, не он, в комнате с бомбой, фисташки? Килл прописывает. Нет, я шучу, я не вселялся. Прикольно дурить вас, мне нравится. Мне правда был. Так, короче, я не сзади бомба, Серега, я буду тогда в наглую сейчас взрывать свои маленькие бомбы. А как? Я не могу найти. Ты так... был в комнате, ты прямо у бомбы был, ём. Это у тебя комната с улицы, где это тупиковая? Да. Ну где мы сидим, мы тебя убили. Так там миллион бомб, как я устаю, тебе настоящая. Так ищи, ё-моё. Ты меня опять троллируешь. За это я съем Сквидварда, он очень вкусный. Я не вкусный. Тихо, где он? Так, так, так. Тихо, тихо, не стреляйте, его здесь нету. Он, возможно, разведка. Летает. А там чё такое? Где? Я спрятался. Опять дымовуху свою. Вот ты что где-то летает, а? Да он сверху, он там вот. Он в ноутбуке. Я же чужой. Не стрелять взрывными, не стрелять взрывными.
Прикольно, мне нравится, когда режим можно дополнить всякими эффектами. Это Гаррис Мод, ребята. Плюсик в чат, если вам нравится реально Гаррис Мод, так как нам. Мы кайфуем, когда играем в него. Ну, Серега, я уже нашел бомбу настоящую. Ну, где она? Где же? Напердел здесь и это, свалил куда-то. Там поставил эту бомбу. Где-то бегает, зараза. Ах ты, кабака, валите его! Есть, я Серега успел скушать. А, это Арекс его убил, ну ты умная. А я лучше умру от вас, чем от Димаса. Я иду, ребят. Так, знаете, зная Серегу, у Серега мог ее запрятать очень хитро. Она в кармане у него. Я ее нашел. Да, ё-моё, мочите его. Убил. Это бомба вот эта в углу или нет? Нет. А ты бомж, Серега. Ну мы то опять три метра. Блин, я живой? Привет, Сквидвард, мы с тобой тут встречаемся уже который раз. Понимаю. Так, надо как-то выхватить, где эта бомба. Сквидвард, я тебя убью. Не надо, я только заспавнился. Так, сейчас мы сделаем хардкор, наверное, пацаны. Я вижу, вы сильно наглые, да? Физ бессмертный. Он бомбы скидывает. А ну мне, я лучше посижу в углу. Не надо, я боюсь. Вы же понимаете, это сейчас облава на вас идет, жесткая. Это очень страшно, я так скажу. Он сюда просто... Да ну, знаешь, мне пора, извините. Я там вот холодильник надо был закрыть. Идем, фигадик. Да, пошли. Блин, да как ты меня видишь? Тут же дым. Я вижу все. Ай, а, спушал. О. Так, Димас, ты не нашел бомбу, да? Нет, ты читеро. Я такой. Понимаю, как? Ах ты ж. Он там. Иди убивай. А, блин. Ой-ой-ой, Серега, ты же... Как всегда, ребята, вакханали у нас творится. Ну, бомбу я как-то взорвал. Красный краб закрыт на ремонт. И это, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!